мы с вами сейчас, соответственно, нашим линиям сделаем 5 размеров, 5 комплектов лекал корсета. Итак, первая мерка – это обхват груди. По самым выступающим точкам груди, вот таким образом, горизонтально полу, мы измеряем эту мерку. Но градация у вас будет всегда одинаковая. Обхват груди плюс 4 сантиметра, обхват под грудью 4 сантиметра, грудь перед. Следующая мерка – грудь перед. Измеряется от предполагаемого бока корсета через центр груди до второго бока. Мы убрали излишек 1 сантиметр. Вот это мы срезаем. И мы с вами создали идеальный корсет для нашей клиентки, у которой вот такие мерки. Теперь рассмотрим второй пример, где у нас будут такие мерки. Обхват груди будет равен 88 сантиметров. Обхват под грудью будет равен 74 сантиметра. Дальше смотрим. Обхват под грудью у клиентки 71 сантиметр. Мы должны сейчас просчитать, сколько у нас пойдет на спинку. Из 71 мы вычитаем под грудью перед 40. Мы не меняем глубину выреза. И мы должны соединить верхнюю точку рельефа и глубину выреза. Воспользуемся для этого лекалом. Что будет, если вы ей сошьете стандартный корсет? У нее здесь по вырезу будет пустота. У нее корсет будет отходить от тела. Если мы с вами сошьем для нее обычный стандартный корсет, то у нашей клиентки в области спины на корсете пойдут вот такие заломы на ткани, какие-то отложения. Вот если вы ей сделаете обычный корсет, он ей вопьется в области лопаток, и вот здесь, вот в этом месте будет наплывание жировых отложений на корсет, и это будет некрасиво. Что мы должны... Давайте рассмотрим с вами вариант, если ваша клиентка имеет высокий рост. Конечно, стандартное лекало ей будет коротковато, и мы должны с вами сейчас его удлинить. И теперь, имея в своем арсенале комплект выкроек на 5 размеров и таблицу к ним, мы сможем с вами легко конструировать корсет на любую фигуру. С помощью этой таблицы мы, как конструктор, будем собирать наше лекало для клиентки.